Всем привет! В эфире рубрика «Выход в свет». Меня зовут Матвей Мельников, и прямо сейчас я расскажу о самых значимых событиях на ближайшие выходные. Предлагаем в эту пятницу в 19:00 в драматическом театре вдохнуть приятный глоток искусства с пользой для ума и души. Спектакль под названием «К нам едет ревизор» не оставит равнодушным ни одного зрителя. Всякий уважающий себя русский театр и всякий уважающий себя актер мечтает о таком спектакле. Великая комедия русского и мирового театра «Ревизор» не знает себе равных по масштабу и точности художественных образов, по сатирическому и гражданскому накалу, по парадоксальному сочетанию комедии легкости с почти трагической глубиной. Радостнее праздника Святой Пасхи в православном календаре не найти. Традиции по подготовке и празднованию Пасхи не менялись на Руси столетиями. В храмах пройдут службы, будут освящать куличи и яйца. Приглашаем всех жителей области присоединиться к традиционным гуляниям, которые пройдут 15 и 16 апреля под уютным куполом Янтарь-холл. Пасхальные обряды и хороводы, аллея мастеров с ремесленным и кулинарным мастер-классами. Приезжайте всей семьей разделить радости праздника Святой Пасхи. А 15 апреля в 16:00 в театре эстрады Янтарь-холл Светлогорск состоится концертный вечер итальянской музыки «Солнце Италии». В программе концертного вечера прозвучат известные неаполитанские песни, итальянские серенады и эстрадные баллады, а также музыка, кино, написанное итальянскими композиторами Эннио Моррикони и Нино Рота. Также вы увидите открытие выставки работ современных датских дизайнеров New Amber, музей янтаря, пятница, 14 апреля, 17:00. Музей янтаря представит работы датских дизайнеров и продемонстрирует новый взгляд на использование янтаря в современном ювелирном искусстве. Центр культуры и досуга «Парус», суббота, 15 апреля, 15:00. Кубок и первенство Калининградской области по бодибилдингу, фитнесу, бодифитнесу и спортивный конкурс по фитнес-бикини и пляжному бодибилдингу. По итогам выступления будет окончательно сформирована сборная команда Калининградской области для выступления на Кубке России в городе Краснодаре. 16 апреля, 19:00. Пасхальные дни в Кафедральном соборе, Калининградский областной симфонический оркестр, хор Калининградского областного музыкального театра. Константин Белоногов, художественный руководитель. Молодежный хор «Кириллица», руководитель Марина Букова, дирижер, заслуженный деятель искусств России Аркадий Фельдман. Ну а прямо сейчас самое красивое мошенничество в мире. Камера, мотор, поехали! Кто сказал? 60-е, разгар холодной войны. Две супердержавы, СССР и США, бьются за первенство в космической гонке. Пока Советский Союз впереди. На очереди выход человека в открытый космос. За две недели до старта взрывается тестовый корабль. Времени на выявление причин нет. И пусть риски огромные, мы не можем уступить лидерство. Говорит Москва. Старые друзья Вилли, Джо и Элла, несмотря на свой пенсионный возраст, впервые в жизни решают свернуть с праведного пути, чтобы сохранить свои пенсионные накопления. Угнетенные оплаты счетов и потери своих близких, пожилая троица решает рискнуть всем и намерена совершить ограбление банка, присвоившего их деньги. Жизнь — это круговорот событий, и чем больше в ней непредвиденных оборотов, тем интереснее. Всем желаю продуктивных выходных и ярких событий. С вами был Матвей Мельников. До новых встреч!